1939 год. Армии нацистской Германии начинают завоевание Европы. Сначала пала Польша, затем Дания, Норвегия, Франция, Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Настал 1941 год. С армией более чем 7 миллионов солдат нацистская военная машина повернулась на восток и начала вторжение в Советский Союз. Товарищи, помните, вы находитесь на линии фронта. Если хотите выжить, слушайте меня. Подойдите к столу и возьмите оружие. Надо двигаться быстрее, товарищ. И тебе нужно настоящее оружие, чтобы убивать фашистов. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Оружие на столе, товарищ. Хорошо. Теперь вернитесь и доложите комиссару. Хорошо, товарищ. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Ну, посмотрим, как ты стреляешь. Целься в мишень! Пистолеты и автоматы годятся только для стрельбы на ближних дистанциях. Если цель далеко, бери винтовку! К огневому рубежу! Готовы? Стреляйте по посуде! Представьте, что это враг! Советую целиться! Котло! Очень хорошо! Теперь испытание на время. У тебя 15 секунд на то, чтобы сбить все каски. Готов? Огонь! Так, отлично! Теперь иди сюда и ударь по мишени приклада. Хватит, товарищи! Подойдите сюда и возьмите гранату. Это же картошка, товарищ комиссар. Почему у нас картошка вместо гранат? Потому что настоящих гранат у нас слишком мало. Граната должна прикончить фашиста, понял? Так точно, товарищ комиссар, виноват. Теперь бросайте картошку в мишени. Хороший бросок. Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! У нас тут пленный. Вот. Halt! Hören Sie auf! Bitte töten Sie mich nicht! Unsere Truppen umziehen ihre Positionen schon. Он говорит, что противник движется мимо нашей линии обороны на юго-восток. При поддержке полевой артиллерии! Немцы готовятся атаковать с юго-восточной стороны! Это не шутки! В подвале дома на восточной стороне находится оружейный склад. Идите, наберите там боеприпасов. Я останусь здесь, присмотрю за нашим гостем. Помните, чему вас учили? Вперед! Немецкие солдаты! Пусть
Держитесь, товарищи! Еще чуть-чуть! Keep up!
пока не прибудет подкрепление. В медпункте на Солнечный рассчитывают на нас. Остановим фашистов! Держать оборону! Не пропустим фашистов! Спокойно, товарищи! Сейчас они подойдут поближе! Товарищи! На родину! Отжалина! Готовь! Вон они! Огонь! Предложим им сдаться? Взорвем их к чертовой матери! Взрывчатку сюда, скорее! Есть, товарищ лейтенант! Подрывники сюда, со взрывчаткой! Смотрите, бомби! Мадам Боден! Получите! Возьми у них взрывчатку и приступай! Установи заряду на несущих опорах быстро! И домой! Прикрой! Перезаряжаю! Заряды установлены! Всем отойти на безопасное расстояние! Сейчас упадет! Все живые здания! Сталинград, 1942 год. Немецкие войска сравняли город с землей массированными воздушными бомбардировками. Тем не менее, в городе их пехотные части столкнулись с ожесточенным сопротивлением, поскольку на защиту Сталинграда были брошены все силы Красной Армии.
Козлов, нужно наладить связь. Иди со вторым отрядом и устрани разрыв кабеля. Мы с первым отрядом займемся этими зданиями. Встретимся с той стороны. Действуй! Пулемет! 42-й! Придет твой дроп, всплывет!
помог нам! Пойдем сюда! Удачи, ребята! Немецкий народ! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо!
Рената, берегись! Вражеские пехота! Заходят с юга! Вражеские пехота! С юго-востоку! Берегись, граната! Немецкие солдаты! А после вагона! С юго-востоку!
Толку отсюда! Января 1943 года. Сталинград оказался ловушкой для 6-й немецкой армии. Город со всех сторон окружен советскими войсками. Немцы лишены всякого снабжения. Запертые в городе. Товарищи, фашисты захватили несколько домов на этой улице. Наш долг — отбить у них эти здания, а потом уничтожить их склад боеприпасов после горсовета. Вперед! Там наши сбежали! Им нужна Давай!
оставь и на мою долю кого-нибудь, ладно? Есть, чтоб они головы не могли поднять! А мою голову, господа! Стреляй, наши уже близко! Завалю! Немцы засели вон в том доме слева! Василий, ты уже собой отца, собственно, выгул! Это же сестрёшка, подписка! Не верь, чтоб они головы не могли поднять! Но не должны добраться до склада! Come on!
Заходим здесь. Нужно зачистить здание. Вперед, товарищи! Молодец! Теперь пойдем. Нужно еще отбить горсонет. Держаться рядом! Граната в укрытие! Я захвачу! Захвачен! Товарищи! Здание захвачено! Теперь нужно подготовиться к контратаке! Занять оборонительные позиции! Они готовятся к атаке! Вон они! Держитесь! Вражеская пехота! У танков! С севера отсюда! Немцы тащат пулемет! Стреляй! Готов!
Где пехота? Сдохни, паши! Север отсюда! Слева, третий этаж! И давай! Укрытие! Броневик приближается! Василий, надо уничтожить танк! Еще один пулемет! Фашисты! У танка! К северу отсюда! Еще покажем.